Полиция Австралии заявляет о предотвращении сразу двух крупных терактов. По сведениям силовиков, 15 июля террористы планировали взорвать пассажирский самолет, который должен был лететь из Сиднея в Абу-Даби. Кроме того, они собирались распылить отравляющий газ. На прошлой неделе в Сиднее были задержаны два человека. Сегодня они предстали перед судом. Им грозит пожизненное заключение. Правоохранители утверждают, что среди задержанных есть также брат одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство».